Прошлое — это сожженный архив или в драке зарезанный друг, а грядущий пьяный подросток в подъезде лелеет в ладони свой крюк. Ты перед входом, ты входишь туда, но замирая на грани исхода, пока ты глядишь, как плывут облака, пока ты глядишь, как плывут облака, пока ты глядишь, как плывут облака. Ты бываешь похожим на Бога, похожим на Бога, похожим на Бога, похожим на Бога. Родина — это загон для свиньи, где музыка — это говно. Твоя женщина ждет тебя после семи, у нее между ног темно. Ты перед входом, ты входишь в нее, но замирая на грани исхода, пока ты глядишь, как летит воронье, пока ты глядишь, как летит воронье, пока ты глядишь, как летит воронье. Ты бываешь похожим на Бога, похожим на Бога, похожим на Бога, похожим на Бога. Мать родила тебя в 8 утра, радио пело и солнце кончало. Ты родился с глазами Христа, и небо тебя целовало. Ты шел потом на балкон с бадага, где блевал, блевал вдохновенно и долго, пока ты глядел, как плывут облака, пока ты глядел, как плывут облака, пока ты глядел, как плывут облака. Похожий на Бога, похожий на Бога, похожий на Бога, похожий на Бога, похожий на Бога. Добрый вечер. Я так понимаю, что еще просто не все пришли на рок-концерт, просто кто-то так мимо шел, поэтому всем, кто пришел на рок-концерт, добрый вечер. Так, чувствую, народ подтягивается. Еще раз добрый вечер. Вот, вот. Дело в том, что мы приехали вот не просто так, мы сегодня очень волнуемся, потому что мы приехали с новым альбомом. Альбома еще нет на физическом носителе. В Москве сгорела типография. И теперь, это бы, как выяснилось, это была конкурирующая организация той типографии, где собаки качало печатают свои альбомы. И теперь наша типография работает за себя и за того парня. Вот. И поэтому без физического носителя. Но мы физически здесь с вами. И мы привезли песню песни из альбома «Блюз для тех, кто не спит». И первая песня, которая из этого альбома прозвучит, она так и называется. «Блюз для тех, кто не спит». И мне кажется, все уже уснули. Ну и так еще разочек. Блюз для тех, кто не спит. Если ты знаешь, что такое любовь и жизнь без этой любви, я могу оставить с тобой блюз для тех, кто не спит, для тех, кто не спит, кто почти обесточил, для тех, кто в любви застыл у обочин. Блюз для тех, кто не спит. Когда дорога унылой петлей и любимый давно не звонит, все, что было, взял крупье в казино, но не блюз для тех, кто не спит, для тех, кто не спит, кто почти обесточил, для тех, кто в любви застыл у обочин. Блюз для тех, кто не спит. Тревожная ночь, в небе все ярче огни, в
нет никого, так пусть подставит плечо тебе блюз для тех, кто не спит. Какая странная жизнь, если честно, не мед. Мы сгораем, как антрацит. Но вот за аккордом проходит аккорд. Ведь это блюз для тех, кто не спит. Для тех, кто не спит. Кто почти обесточил. Для тех, кто в любви застыл у обочины. Блюз для тех, кто не спит. Для тех, кто не спит, кто почти обесточил, для тех, кто в любви застыл у обочин. Блюз для тех, кто не спит. Доступ к Wi-Fi. Для любого трубадура первый шаг к процветанию. Ни к чему имена и известные примеры. Это финал, но и начало карьеры. Дом! Работа, дом, дом. А дом, работа, дом. Работа, дом, дом. А дом, работа. Лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Дом! Работа, дом, дом. А дом, работа, дом. Работа, дом, дом. А дом, работа. Лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Ты писала стихи все бессонные ночи. Ты любила весь мир, а он не понял твой почерк. Теперь у шеста поешь свое тело, а вокруг темнота и никому нет дела. Дом, работа, дом, дом. А дом, работа, дом. Работа, дом, дом. А дом, работа. Лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Дом, работа, дом, дом. А дом, работа, дом. Работа, дом, дом. А дом, работа, лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать.
дом работа, дом. Работа, дом, дом. А дом работа, лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Дом. Работа, дом, дом. А дом работа, дом. Работа, дом, дом. А дом работа, лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать, что будет потом. Лучше не думать. Синяя леди проснулась в остывшем ночи. Ей показалось, что в мире она не одна. Но не было водки в стекле и заварки в почин. И над руинами замка висела луна. Может быть, птица ночная в резиновой мгле вдруг заслонила крылами небесный фонарь. А может, то крыса скает в помойном ведре. Тоже на что-то надеется серая тварь. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Ангел ночи тихо влетает в дом. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Оу, ангел ночи. Вот твое зеркало, ты в него ходишь войной. Дым над мозгами и мокрая гадость у рта. Но зеркало скажет о том, кто стоит за спиной. Ты обернешься, но комната снова пуста. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Ангел ночи тихо влетает в дом. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Оу, ангел ночи. Старая дрянь, ты одна в волосатой ночи. Нет ни шороха, все остановлен завод. А он улетел навсегда, ты его не ищи. Плачет, наверное, где-то, но, скорее всего, пьет. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Ангел ночи тихо влетает в дом. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Оу, ангел ночи. Дышит тебе в плечо.
Ангел ночи тихо влетает в дом. Ангел ночи дышит тебе в плечо. О, ангел ночи. Ангел ночи дышит тебе в плечо. Ангел ночи тихо влетает в дом. Ангел ночи дышит тебе в плечо. О, ангел ночи. Большое спасибо. Обычно после этой песни мы заканчиваем выступление, но сегодня так уж получилось, что мы позже начали. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, мы раньше завершим. Нет, нет, почему? Чтобы все успели на метро. Вы знаете, все вот так вот как-то становится, все ужимается, и время выступления тоже выжимается. Все, ужимается все. Даже вот что брать вот какие-то такие большие, мелкие, давайте мыслить масштабно. Вот взять, например... Ну вот президента, например, взять, американского, естественно. Вот, например, вот Билл Клинтон. Вот такой вот был модный чувак, вот такой общительный, веселый, на саксофоне играл. Подражал Джону Кеннеди. Ну вот все в сравнении же познается. Вот, допустим, как мыслил Джон Кеннеди? Мэрилин Монро. А Билл Клинтон вот на уровне секретарши. Понимаете? Вот все становится меньше. И вот песня про это, про песня из альбома «Блюз для тех, кто не спит». «Блюз для ищущих средств». Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Микрофон выключили просто. «Блюз для ищущих средств». Все становится меньше. Буквы ручки подъезда, прошлогодние брюки, автомобильное кресло, обручальные кольца и замки на перилах, мандаринные долики, а главное перспективы. Нет соответствий чужих величин для всех голодных женщин и ранимых мужчин, ищущих средств от новых морщин. Ищущих средств. Морщится карта мира от последних известий. Одни глагольные рифмы убегающих лестниц. Мельчают телегерои, кончаются сериалы. И кто сегодня с тобою? Не тот, о ком ты мечтала. Нет соответствий чужих величин для всех голодных женщин и ранимых мужчин, ищущих средств от новых морщин. Ищущих средств. Женщин и ранимых мужчин, ищущих средств от новых морщин, ищущих средств. Я любил ходить на работу
и гулять в социальной сети. Я так любил ходить на работу, но кризис, бизнес закрыт. Как теперь вернуть ипотеку и растущий в процентах кредит? Я пытаюсь прогуглить все это, но если честно, не вижу пути. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло. Я мечтал про отдых у моря, экзотичный, недолгий вдвоем, но инфляция съела все доли, а страховки оказались враньем. Разослал резюме по знакомым, я прошел регистрацию в джоб. Электронный мой ящик заполнен, но кроме спама там нет ничего. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло. Люблю шестую часть суши, потому верю в силу рубля. А кто-то продал за доллары душу, я не продал, и может быть зря. Всякий тянет одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло на себя с невинным лицом, как ни в чем не бывало. Всякий тянет одеяло на себя, смотри-ка, и я тяну одеяло. Солдаты, что остались лежать на полях, пристально смотрят кристаллами с неба на тех, кто не был или был виноват, и на тех, кто ушел, чтобы пить за победу. Каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Терпим удары на всех фронтах и марш поражения в каждой клетке кожи. Наверное, кто-то скажет, что это не так, и сразу станет ясно, он там не был тоже. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Я
проклял штаб и ушел в пехоту, чтобы заглянуть штыком в лицо врагу. Но я увидел парня, мы были похожи, он так же хладнокровно мне целился в грудь. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война, каждый день. Ведь каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война, каждый день война. Каждый день война, и мы пьем до дна, только ты опять осталась одна. Каждый день война, каждый день война. Обычно после этой песни мы всегда уходим уже за кулисы. Ну так, сегодня вот такая вот необычная вечеринка, то, естественно, мы должны сыграть еще один блюз. Там все песни, конечно, в альбоме «Блюз для тех, кто не спит» называются «Блюз». Это условный блюз, конечно. Это ощущение блюз, ощущение блюза. И вот эта песня очень такое неожиданное получилось название. Это он называется, песня называется «Алиса Блюз» или «Блюз, написанный в погоне за белым кроликом». Алиса снова в стране без чудес. Прекрасный повод что-то выпив заесть. Заветный ключик зажат в кулаках, и может к лучшему отсутствие замка. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она курила кальян и траву, и так любила бывать в кольце его рук, отправив письма своим башмакам без механизмов. Подлетев к облакам, она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. В эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней. Она однажды войдет в эту дверь, в эту дверь, в эту дверь. Там кто-то встретит ее, и что тогда? Там он сделает с ней.
Скажите, пожалуйста, а есть в зале человек, который читал «Три мушкетера»? Один? Так, ну вообще, в интеллектуальное место. Два. Прекрасно. Вот. Как вы знаете, Александр Дюма, автор этого бестселлера, говоря современным языком, был представитель второй древнейшей профессии. Он был журналист. Это хобби у него было, книжки писать, книги. Вот. И когда он писал эту книгу, она не выходила не так вот толстым томом, когда можно было взять и сразу прочитать, там, допустим, за ночь, ну, при определенной технике чтения. А она выходила там по главам. В каждом журнале выходила одна глава. То есть она заканчивалась, и в это время Д'Артаньян! И конец серии, значит, надо покупать следующий журнал, ждать. Вот. Но речь-то не о том, что это нормальный ход, такой проверенный. Дело в том, что вот если те, кто читал, вы помните, там был такой чувак Гримо. Слуга Атоса, я для тех, кто только на уровне фильма знаком с произведением. Вот, это был слуга Атоса, он был очень такой молчаливый парень. Очень, он вообще не разговорчивый, он вообще не разговаривал, да или нет. Почему? Потому что тогда журналистам платили по строкам, по количеству строк. Гримо сказал, да, 5 сольда. Нет, 5 сольда, супер. Вот, если вдруг кто-то есть в зале, человек, который читал 20 лет спустя, то он должен был обратить внимание, что в 20 лет спустя Гримо стал очень разговорчивым чуваком. Почему? Потому что издатели просекли это дело и стали платить уже по количеству слов. Вот, поняли люди. Да, прекрасно. К чему это говорю? Когда мы, молодые и наивные чукотские ребята, приехали в город Москва, к нам подходили журналисты и спрашивали, а вы в каком стиле играете? И мы честно говорили, радостно так, что нас сейчас... Мы говорим, рок! И огонь в их глазах тух, как в кассе сберегательной помощи. Потом только мы поняли, что надо было-то отвечать как. Психоделический блюз с элементами фанка, соло, панка, хардкора, фолк и русский шансон. Это примерный ответ, который должен быть, потому что тут сразу же представители второй древнейшей профессии вспыхивают глаза, и они же считают уже, что это уже обед и ужин, там, как минимум. Вот. Ну, на самом деле, мы, если честно, мы не стали вестись на эту вот эту журналистскую утку и по-прежнему говорили «рок, рок». Вот. Ну, однажды в самолете на высоте 10 тысяч метров в голову пришел текст. Дело в том, что собаки-качалы очень долго репетировали в гараже. И тут-то только стало понятно, какой рок значит? Гаражный рок! И вот в голову пришла, на высоте 10 тысяч метров текст пришел. Вот. Я девушке говорю, стюардессе говорю, девушка, принесите мне бумагу. Она говорит, мужчина, пройдите в конец салона. Я говорю, да вы не поняли, мне надо записать текст. У меня, значит, она принесла мне список жертв кораблекрушений со времен Колумба. Там было так мелко-мелко написано фамилии всех, кто, значит, плыл в Новый Свет, но не смог достигнуть порта. Ну, мне так показалось, во всяком случае. Фамилии были очень такие. Ганжурбазов, Иргашев. Ну, в общем, наши люди-то плыли. Вы понимаете, да? Так вот, и между, значит, этих строк удалось мне вот вклинить слова этой песни, которые пришли в голову. Я понимаю, что их, если не запишу, я их забуду. Вот. Я их записал. И это единственное... И потом мы приземлились. Я, значит, с этим списком пришел и переписал уже текст в компьютер. Вот. И я понял, что как редактировать? Надо же снова вернуться в какие-то те обстоятельства. То есть это опять, что летать и редактировать текст – это неправильно. Вот. И поэтому этот текст остался без редакции. Это единственная песня, которая пришла к вам в первозданном виде. Там даже комар носа не точил, никакой Гримо и журналист. Итак, «Гаражный рок». Кто-то идет на работу, кто-то выходит в запой. Мне надо что-то другое, пока я не рядом с тобой. Когда хорошо или плохо, не впадая в ажиотаж, я выбираюсь из дома, направляюсь в гараж. На излете эпох, которых не жаль,
играем свой рок в чужих гаражах. Гаражный рок! Есть в гараже усилитель, микрофоны и барабан. Для соседских автомобилей так регулярно звенит наш ансамбль. И уже не поможет лечение, и не важно, что скажет сосед, потому что в его приключениях ничего подобного нет. На излете эпох, которых не жаль, мы играем свой рок в чужих гаражах. Гаражный рок! На излёте эпох, которых не жаль, мы играем свой рок в чужих гаражах. Гаражный рок! И вы знаете, следующая песня, она вот только-только она была написана. Это блюз на актуальную тему. И она уже стала иметь трагическую судьбу. Дело в том, что какой-то дядька написал в социальной сети: «Я типа столько лет слушал вашу группу, и после песни «Воскресный папа» группа для меня прекратила свое существование, но мы не прекращаем свое существование. Мы сегодня здесь, в городе Санкт-Петербург, и для вас...» А он сказал: «Отписываюсь». Это, наверное, было самое жестокое, что он мог сделать. Это был удар ниже пояса ему и всем остальным. Это песня, это блюз на актуальную тему, или «Воскресный папа блюз». Этот мужчина когда-то казался родным, с ним можно было, встретившись взглядом, оставаться собой самим. Он мог достать занозу даже из правой руки и в жизни любую прозу превращать в стихи. Воскресный папа, воскресный папа, всю жизнь накрыла эта шляпа. Воскресный папа, воскресный папа, нашел себе другую бабу. Он сунет как-то часть зарплаты, улыбаясь, варит сапой. Воскресный папа, к чему цитаты? Внимание, дальше будет матом. Я знаю, любовь не вечна, об этом так много историй. Пусть тот, кто здесь безупречен, продолжает спорить. Но не любая ошибка подлежит исправлению. О чем же ты думал, скажи, начиная все эти движения? Воскресный папа, всю жизнь накрыла эта шляпа. Воскресный папа, нашел себе другую бабу. Он сунет как-то часть зарплаты, улыбаясь, валит сапой. Воскресный папа, к чему цитаты? Внимание, дальше будет матом. We'll be right back.
Воскресный папа, воскресный папа, всю жизнь накрыла эта шляпа. Воскресный папа, нашел себе другую бабу. Он сунет как-то часть зарплаты, улыбаясь, валит сапой. Воскресный папа, к чему цитаты? Внимание, дальше будет матом. Обычно после этой песни мы уже, как правило, вы понимаете, уходим. Но так как тут сегодня такая пьянка пошла, то, конечно, мы должны сыграть еще один блюз. Он очень просто называется «Блюз Нарвал». Или «Блюз»? Да, «Блюз Нарвал». Где-то в морях за Норвегией бродит редкий нарвал. Подводные режет побеги он отточенным бивнем у скал. Его не мучает кашель, не страдает от слов и обид. Один такой и не страшно, что он исчезает, как вид. Там на подводном просторе, как на ладони мировой океан, и много любовных историй он мог бы поведать нам. Нарвал так разговорчив, он может мычать и свистеть. Он булькает, стонет и даже хохочет, наблюдая арктический дрейф. То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. Акулы, касатки, медведи желают его на обед, а он, сделав вдох поскорее, ныряет на километр. А вынырнет, ждут эскимосы, им нужен в светильнике жир. Бивень на трубку, в похлебку кости и для веревок кишки. То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. Ждет за ближайшим углом. На раз могут вытянуть жилы, на два пустить потроха. Порушат карьеру, подымут на вилы, и все, брат, такая уха. То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. То
То здесь, то там всем шутникам дают, дают по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. То здесь, то там всем шутникам должны давать по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. То здесь, то там всем шутникам должны давать по плавникам. То здесь, то там всем шутникам по плавникам. Рубля, у тебя есть сигареты, у тебя есть теплый дом, где играет сытый джаз. Я дарю тебе себя, я беру тебя за это. Я верну тебе тебя, если кончится пластинка. Я дарю тебе себя, это все, что у меня осталось. Это все, что я не смог продать. Не смотри, что это мало, не смотри, что это мало. Куча модного тряпья на прокуренных костях. Я дарю тебе дорогу, где не будет светофоров, потому что светофоры не живут без проводов. Я веду тебя в болото, где вода не замерзает, потому что днем и ночью там горит священный тор. У тебя есть 3 рубля, у тебя есть сигареты, у тебя есть теплый дом, где играет сытый джаз. Я дарю тебе тебя, я беру тебя за это. Я верну тебе тебя, если кончится пластинка, если кончится пластинка, если кончится пластинка, если кончится пластинка, если кончится пластинка. Встречается редко городской экипаж. Королева играла в башне замка Шопена, и, внимая Шопену, полюбил ее паж. Было все очень просто, было все очень мило. Королева просила перерезать гранат и взяла половину, и пажа истомила, и пажа полюбила вереницы сонат, а потом отдавалась. Отдавалась грозова, и полночи рабыни королева была. Thank you.
Это было у моря, где волна бирюзова, где ажурная пена и соната бажан. Большое спасибо. Обычно после этой песни мы сразу уходим. Не, сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Сейчас гитару настроим и пойдем. Чтобы она не осталась тут печальной. Знаете, когда гитара расстроена, ну как девушка расстроена. Вот девушки понимают, что такое. Ну, сейчас настроим и пойдем. Ну, как надо определиться. Итак, да, действительно, сейчас прозвучит блюз. Блюз всех тех, кто делает селфи. Есть, я чувствую, люди, которые понимают в блюзе. Просвещение! Здравствуй, прогресс! Я сторонник движений, вперед, не в объезд. Электронные вещи изменили мой мир, зато теперь есть с кем поговорить. Но иногда нет связи, и на чаще слов. Во мне так много фантазий, а я делиться готов. Мой электронный посредник сверкает во тьме. Я не волшебник, чья почта долетит на сове. Я зажигаю дисплей там, как крейсер на верфи. Ведь это же я! Эй, я делаю селфи! Селфи! Я наблюдаю за миром сквозь объектив. Меня стреляют, как в тире, без перспектив. Здесь не пожать руки руку и не коснуться щекой. Но если встретимся вдруг, чтоб знала, кто я такой, я вновь включаю дисплей там, как крейсер на верфи. Ведь это же я! Эй, я делаю селфи. Бардин, ударные инструменты. Макс Лин, гитара. Собаки Качалова. И сейчас мы прерываем наше шоу. И все собираемся здесь и делаем селфи прямо сейчас. Шоу останавливается. Стоп! Стоп, машина! Стоп! Стоп, стоп, стоп! Все сюда, быстрее. Так, делаем селфи. Все делаем селфи. Смелее, смелее. Из бара тоже там взрослые подтягиваемся. Вот сюда. Все вставайте вот сюда, на свет. Да, на свет Божий. И все делаем селфи. Все до единого, все. Так, вот там почему люди... Люди, подходите сюда, пожалуйста. Мы тоже сделаем селфи. Давайте. Делаем селфи.
Поддержим руками все нас, все, ритм был спит. Селфи! Сегодня так модно это, а моду любят ветра. Мы так охочи до ветра, особенно по утрам. Когда подушка как якорь, а сны глубоки, но есть потребность вставать и делать шаги. Я вновь включаю дисплей. Там как крейсер на верфи. Ведь это же ты, эй, ты делаешь селфи. Я вновь включаю дисплей. Там как крейсер на верфи. Ведь это же ты, эй, мы делаем селфи. Селфи! Селфи! Большое спасибо всем, пока!